привлечь молодежь на село? Как создать условия жизни в селе не хуже, чем в городе? Чтобы и работа в удовольствии, и семья устроена, и зарплата достойная. Об этом собрались поговорить участники первого приграничного слета сельской молодежи. В Актобе прибыли представители из 5 областей Казахстана и нескольких регионов России. Внимание, которое государство уделяет развитию села, всем понятно. Без подъема сельского хозяйства невозможно развивать экономику. Тем более сейчас, когда в условиях кризиса продовольственная безопасность становится основой общей безопасности страны. Лидеры молодежных организаций, которые прибыли в Актобе из разных регионов Казахстана, это хорошо понимают и ценят у поддержку, которую государство оказывает молодому поколению. Сегодняшний слет, это получается молодежь ресурс села, слет приграничный слет сельской молодежи, в первую очередь он предназначен для того, чтобы объединить наши приграничные сельские округи, да, можно сказать, какую-то общую идеологическую работу провести. Это приехали гости с Российской Федерации. Помимо этого, в первую очередь донести для сельской молодежи ценности, которые, может быть, где-то потеряны, где-то упущены. Развитие села большая задача стоит. Помимо этого, в общем, до молодежи Казахстана, до молодежи западных регионов, северных регионов донести о государственных программах, которые делает на сегодняшний день Казахстан, какие задачи перед молодежью стоят, какие новые вызовы стоят и что для этого нужно делать, как бы можно сказать, в какой-то части мобилизировать молодежь. В Актобе участников форума встречали с особым радушием, угощали национальными блюдами, знакомились с творчеством коллективами. Вся программа была составлена таким образом, чтобы молодежь могла неформально общаться, знакомиться, находить точки будущего взаимодействия. Гости оценили гостеприимство актюбинцев и важность тех идей, которые обсуждались во время форума. Этот год действительно нужно посвятить селу, большой акцент поставить и, конечно же, системно во всех городах вот такую инициативу поддержать, инициативу Актюбинской области, и этот опыт переманивать, чтобы мы могли в течение года возродить сельские движения в Казахстане. За счет этого мы можем мобилизировать, я считаю, что очень большое количество, может быть, 20-30% молодежи Казахстана именно в развитии сельских движений. Высокий тон собранию задало участие в форуме акима Актюбинской области. Вместе с руководителями областных управлений и гостями столицы Бердыбек Сапарбаев обошел место действия. То, что форум проходил в живописных окрестностях города, было также рассчитано на неформально свободный стиль общения участников. Глава региона поприветствовал гостей, подчеркнув, что именно на молодежь делается ставка в развитии страны. Молодой человек, он будет богатым тогда, когда он много общается. Один человек ничего не сделает. Всегда же говорят, одна голова хорошо будет, но две головы лучше будет, три головы еще лучше будет. Потому что хорошие мысли, хорошие идеи возникают тогда, когда есть диалог, когда есть обсуждение, когда есть споры. Говорят же, споры рождают истину. Поэтому вот то, что вы сегодня встретились на территории Актюбинской области, правильно. Все-таки молодежь двигает новые инициативы, новые идеи. Всегда мотором, стержнем любого государства является молодежь. Все-таки в каждом государстве примерно около 30% населения составляет молодежь. Поэтому каждое государство, конечно, уделяет большое внимание именно молодежи. И у нас в Казахстане под руководством президента Нурсултана Назарбаева делается очень много. Принято очень много государственных программ, которые направлены именно для поддержки молодежи. В свое время именно Актюбинская область стала зачинателем новых молодежных инициатив. Начав со студенческих отрядов, сегодня Жасыл-Ель превратилась в молодежное движение, охватившее весь Казахстан. Участники форума с удовольствием приняли участие в посадке ели. Теперь и память об этом событии останется надолго, и зеленый пояс города пополнился еще одной парковой зоной. В рамках Гүлденебер Туған Ел проводим в честь 25-летия независимости акцию «Отанағаш». Эту акцию мы дали старт на торжественном церемонии открытия республиканского трудового сезона. И сейчас, в данный момент, во всех регионах Казахстана проводятся акции по посадке 25
тысяч саженцев в честь 25-летия независимости. И, ну и эта акция у нас продолжилась в Ахтубинской области и будет продолжаться в других областях также. Многие бывшие студенты, так же как и нынешний глава штаба молодежных отрядов, остались верными тому движению, которое сами создавали, а теперь его возглавляют. В 2005 году Нурсултан Абишевич Назарбаев дал старт программе «Жасыл ел». Я был простым студентом. Студентом Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова. Являясь студентом, я думал, чем я буду заниматься в свободное время. Решил пойти в Жасыл ел. Работал бойцом. Но на сегодняшний момент возглавляю республиканский штаб Жасыл ел. На данный момент это Жасыл ел не просто для меня движение. Жасыл ел – это моя жизнь протяженностью 11 лет. На сегодняшний момент работы очень много выполнено. Как я уже говорил, более 250 тысяч человек отработали в рядах Жасыл ел. Было посажено более 45 миллионов саженцев по всей республике. Как наш президент говорил, Жасыл ел был имен ерлікке теңесе болады. Для нас это гордость, что о нас знают, так говорят. И мы все это делаем не ради того, что, не ради пиара. Мы это делаем для того, чтобы наш Казахстан процветал, развивался, чтобы был чистым, ну и молодежь, чтобы был экологически воспитанным. Студенческое движение «Жасыл ел» началось в городах, но сейчас в него активно вовлекаются жители сел, поскольку именно туда переносится основной фронт работ. В 2011 году именно вот в Ахтубинской области с участием главы государства был дан старт марафон эстафеты «Рассвет села, рассвет Казахстана». С того момента активно начали работать и в селах. С 2011 года. Активно ведется работа не только в городах и в селах. И на данный момент у нас более 50% бойцов работает в селах, нежели в городах. Почему? Потому что ребята уезжают в летний период домой, нежели дома, допустим, отдыхают дома. Ну и, соответственно, работая в рядах Жасыл ел, зарабатывая деньги, помогает своей семье. И, во-вторых, сейчас в селах очень много безработной молодежи, которые на самом деле не знают, чем заняться. В этом плане с 2011 года мы активно ведем работу с безработной молодежью, ну и студенческой молодежью с 2005 года активно велась, ну и школьную молодежь тоже ведем активную работу. Представители молодежных организаций рассказали о разных проектах поддержки сельчан, тем, кто вырос в деревне, ближе и понятнее те трудности, которые переживает агросектор. В России ситуация немного отличается от Казахстана. Родился я в деревне, село Матвеевка, Матвеевский район. Уже с этого раннего возраста понимал, что много очень проблем на селе. Поэтому, когда поступил в институт, начал заниматься общественной деятельностью. Наша организация «Российский союз сельской молодежи» был учрежден 5 декабря 2008 года. Инициатором создания организации выступило молодежное крыло общероссийской организации «Российское аграрное движение». Наша организация состоит более 40 тысяч человек со всех областей Российской Федерации. Это из 70 субъектов. Стратегическая основная цель нашей организации – это создание условий для активного участия молодежи в социально-экономическом, возрождение села, повышение нравственности, патриотизма и повышение уровня качества жизни селян. Лина рассказала о том, как Союз сельской молодежи открывает агрокласс и объясняет людям, что без развития села невозможно двигать страну вперед. Специально для молодых в Оренбурге начали реализовывать проект «Начинающий фермер». Программа «Начинающий фермер» любой участник, любой житель, молодой человек может принять участие в этой программе. Он делает проект, презентует его, экспертное жюри оценивает. И после этого он может получить субсидии в размере грантовой поддержки 1,5 миллиона рублей, которые он создаст свое предприятие маленькое, где будет одно рабочее место, как минимум. И это будет хорошая очень у него возможность остаться, жить и работать на селе. Актюбинцы тоже поделились своим опытом. Пусть проект еще не устоялся, надо отдать должное его автору. Дело он затеял новое и не испугался трудностей. Молодежь Уилского района занимается животноводством и частично земледелием. Я решил попробовать производить кленовый сок. Конечно, для производства и сбыта нужны исследования, но думаю, что этот продукт будет востребован, потому что интерес к нему есть.
Очень неожиданным было встретить на форуме сельской молодежи гостей из далекой страны. Йоган и Линда случайно оказались в Актобе во время проведения слета. Но узнав о том, что здесь проходит такая интересная встреча, с радостью приняли приглашение в ней поучаствовать. Мы путешественники из Нидерландов, едем на машине по Казахстану. Это наше свадебное путешествие. Она учительница, я торгую спортивными товарами. Для нас было сюрпризом встретить таких добродушных, приятных людей. Увидеть, как молодежь обсуждает проблемы жизни в селе и хочет сделать свою страну лучше. Руководитель актюбинского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства очень довольна тем, как прошла ее сессия. Более 2 часов она обсуждала с ребятами возможности, которые имеют молодые специалисты на селе. То, что сегодня Управление молодежной политики проводит такой вот слет, такой форум, он очень актуален и необходим. Потому что мне всегда казалось, что мы очень хорошо освещаем свои программы. Вроде бы до всех уже достучались, но вместе с тем сегодня выясняется, что еще очень много среди населения, в том числе среди молодежи, значит, той категории, которые еще не знают о действующей меры государственной поддержки, которая реализуется по нашей линии. С 2010 года, когда начали внедрять программу с дипломом в село, у многих выпускников вузов появилась реальная возможность обрести свой дом и постоянную работу. Благодаря этой программе в сельских школах появились учителя, а в больницах квалифицированные врачи. На сегодняшний день более 380 молодых специалистов смогли приобрести жилье по данной программе. У нас очень много программ, где приоритетом является молодежь. Но следующей основной программой является еще дорожная карта занятости 2020, где также отдельным пунктом написано приоритет молодежь до 29 лет. Значит, эта категория у нас могут получить кредиты для того, чтобы открыть свое собственное дело, свой малый бизнес. И на сегодняшний день более 230 заемщиков в возрасте до 29 лет уже воспользовались этим кредитом и открыли свое собственное дело. Эта девушка из Западно-Казахстанской области получила специальность ветеринара и как участник программы с дипломом в село сегодня работает в Бурлинском районе. Я работаю ветеринаром. Работы, конечно, хватает, но меня ценят, и это очень важно. Государство выделяет большие деньги на поддержку молодых специалистов. От их квалификации зависит, как будет развиваться агросектор. А молодым нужны достойные условия для жизни. Сейчас Нурсултан Абишевич Назарбаев выделяет молодежи очень большие возможности. Поэтому с дипломом в село за 2014-16 год 1500 МРП выделяется для молодежи. То есть это заставляет на одного человека, на одного молодого специалиста, то есть на 2 миллиона 432 тысячи тенге. Это притягивает молодежь в село. И, пользуясь этой программой, мы, молодежный центр, полностью информацию собираем, доносим это до молодежи, а потом и пытаемся, помогаем обустроиться молодежи, развиваться. Большинство госпрограмм рассчитано на то, чтобы поддержать смелые начинания молодых, придать им уверенность в поиске новых путей развития. На сегодняшний день в нашей стране созданы все условия для занятия предпринимательской деятельностью в любом направлении, потому что на законодательном уровне все прописано четко, понятно, да и в плане различных организаций, такие как, например, Национальная палата предпринимателей, там есть сервисный центр, который оказывает различные консультационные услуги. На форуме можно было услышать немало практических примеров того, как молодые предприниматели начали свое дело. Первым делом я обратился в палату предпринимателей. Их консультанты дали мне хорошее, четкое разъяснение, каким образом мне можно будет открываться и так далее. Вот, и узнав, получив всю необходимую информацию, я смело открыл товарищество с ограниченной ответственностью. На открытие для регистрации в органах юстиции у меня ушло 2 часа, нужно было постараться буквально, чтобы зайти в ЕГОВ, понять, каким образом нужно зарегистрироваться, какие там пункты нужно заполнить. И в тот же день было открыто наше ТО. Центр досуга и развития Кемингер. Возможно, для многих было открытием, что государство значительно упростило процедуру регистрации и отчетов. Есть и налоговые послабления. Налоговому управлению мы оставили уведомление, они это приняли, тоже зарегистрировали. Мы действуем по упрощенной системе налогообложения.
То есть, можно сказать, для начинающих мелких предпринимателей дается такая возможность в соответствии с налоговым кодексом. Упрощенный налоговый режим дает нам возможность, чтобы, можно сказать, нас там не душили всяким налогообложением и так далее. И 3% от оборота, в принципе, это очень приемлемо. И я думаю, мы со своей стороны это осилим. Гости признали, что организация форума и содержание были для них очень полезными, так что впечатления они уводят самые благожелательные. Первый приграничный форум лично что дал для меня? Для меня он дал такие большие хорошие показатели. Первое, то, что сегодня у нас форум на уровне международного, можно сказать, гости из Голландии были, также гости из Российской Федерации, из города Оренбурга, также с Уфы, из Башкортостана. И что самое главное, получил я сегодня на различных тренингах, это самое главное, это лидерские качества, лидерское размышление, можно сказать, обменялись, так сказать, опытами от тех иных людей, которые приехали для нас преподать такие небольшие уроки тренингов. Но самое главное, что хотел сказать, большое спасибо организаторам данного приграничного форума. Почему? Потому что такие форумы укрепляют как бы дружбу между студентами вообще по всей республике, во всех странах РК, можно сказать, во всех, ну, точнее, других государствах. А самое главное, я хотел бы пожелать всем участникам данного форума удачи. Самое главное, реализуйте свои мечты. Этот форум даст, надеюсь, для вас тоже что-то новое. Для меня он дал все возможное. Гостеприимный народ. Конечно, традиции, они уже с годами смешались. Все-таки раньше мы были одним государством. Вот эти межнациональные отношения, они остались. Дружелюбный народ, очень прямо шикарно все было. Нам очень понравилось, конечно. Ждем вас в гости. Казахстан на наших евразийском форуме. Вот, и надеемся на дальнейшее сотрудничество между нашими народами. Потому что, как сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, самое ценное сокровище – это единство народа. Мы присоединяемся к этим словам. Большое спасибо за такой прием. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Решиться открыть свой бизнес на селе очень непросто. Действительно, барьеров немало. Это и поиск идей для своего дела, кадров, земли и так далее. Главное сделать первый шаг и знать, что есть люди, которые тебя поддержат. В этом и есть цель форума. Найти ответ на первые вопросы, наладить личные контакты. А дальше дорогу осилит идущий.